Поиграть в волейбол в окружении вековых сосен. Или устроить состязание по настольному теннису. Еще можно покататься на роликах, велосипедах или лыжероллерах на специальной трассе. Но если вы устали и хотите отдохнуть, можно выделить себе минутку и просто полежать и насладиться погодой. Все это и многое другое есть в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной. Ну а я уже по традиции, дорогие телезрители, прямо сейчас начну вам рассказывать о предстоящих интересных мероприятиях, которые ждут вас в ближайшее время в парках Подмосковья. В парке культуры, спорта и отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной 29 июня будет праздноваться День молодежи. С 14:30 вас будут ждать музыкальные квизы, стендап-шоу, автопати и многое другое. Вход будет свободным. А в парке Раздолье 29 июня пройдет общеобластной фестиваль «Это молодежь». Программа начнется с 11 часов утра. Кинопоказы, спортивные соревнования и концерты. Каждый найдет занятие по душе. Героев 1812 года 29 июня пройдут занятия для юных натуралистов. А 30 числа там же можно будет позаниматься разными анимационными программами. Также в этом же парке героев 1812 года по вторникам и пятницам проходят занятия по скандинавской ходьбе. А в это воскресенье в парке Захарова с 17:00 до 17:30 вас будет ждать познавательно-развлекательная программа. Прийти можно будет всей семьей. Возрастное ограничение 6+. Интересные детские программы проходят и в парке Малевича каждую субботу с 16 до 17:30. А на центральном стадионе каждую среду в 19:30 можно будет абсолютно бесплатно позаниматься бегом. Ну а на этом все. Наслаждайтесь летом в Подмосковье. Ходите в парки, дышите свежим воздухом, ну и просто отдыхайте. С вами была Лада Дудко. Встретимся в парках и на ОТВ.